Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Насколько силен Человек-паук? Человек-паук, также известный как Питер Паркер, обладает уникальными способностями, которые он получил после укуса радиоактивного паука. Он остановил удар обсидиана, а обсидиан без какой-либо труда перевернул военную машину с весом где-то 20 тонн. Человек-паук поднял аэромост с весом почти 30 тонн, он выживает, когда поезд сбивает его на высокой скорости. Он уклонялся от удара молнии электро.